Музыкант и педагог из Казани Евгений Аксенов в рамках летней школы «Русская гитара» взялся за весьма сложное занятие – создание оркестра семиструнных гитар. Свои партии участники разучивали в течение 1,5-2 месяцев. Сначала репетировали онлайн, а школа позволила сыграть всем вместе вживую. Я надеюсь, этот коллектив не умрет. Мы будем рассчитывать на поддержку различных правительственных грантов, потому что это действительно уникальное событие. Впервые за 200-летнюю историю русской гитары мы собрали полноценный оркестр. Свои первые успехи в новом оркестре делает и 13-летняя Арина. На шестиструнной гитаре она играет уже около 3 лет, занимается в филиале Одинцовского центра эстетического воспитания. Семиструнную взяла в руки несколько недель назад. Недельный интенсив в летней школе дал свои результаты. Я научилась играть много интересных пьес из оркестров и просто сольных песен. Подружилась с многими людьми, начали хорошо общаться. Возможно, и продолжим общаться тоже после этого. Со многими даже играем вместе, поэтому это еще лучше. В этом году в летней гитарной школе в Лапине смогли принять участие 30 музыкантов, профессионалов и любителей. Эти талантливые молодые люди прошли отборочный конкурс, приехали из разных регионов России и в течение недели с воодушевлением оттачивали свое мастерство с утра до вечера. При этом формат интенсивной творческой работы на свежем воздухе пришелся по вкусу и ученикам, и преподавателям. Вот им хочется, они играют самую разную музыку. Вот. Им интересно, и я думаю, наверное, это самый главный результат. В завершении работы гитарной школы состоялся заключительный гала-концерт. Учащиеся увезут с собой сертификаты об окончании летней школы и акустические записи выступлений. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».